Анастасия Макушина может заворожить своими движениями. Никаких тайных знаний или колдовства, просто магия балета, которым девушка занимается уже 6 лет в ансамбле «Родничок». Каждый год Анастасия и все участники хореографического коллектива радуют своим творчеством зареченцев на традиционном отчетном концерте. На этот раз он получился действительно волшебным. Один из номеров так и назывался «В ожидании чуда». У нас солистка есть, девочка, и она очень ждет чуда. У нас у всех разные там, что-то мы ждем, ожидаем. И вот как раз в этом номере мы показываем то, что чего мы хотим. Но чудо-то случается в конце? Ну, в конце, да, случается. Чудо случалось не только в конце каждого номера, но и в миниатюрных зарисовках между постановками. Сценки разыгрывали актеры Зареченского ТЮЗа. Их идея – волшебство искусства, увидеть которое способен не каждый. Четырнадцать номеров концерта пролетели как один миг. Последние па и заслуженные аплодисменты. Свой успех у зрителей юные примы объясняют просто. Надо быть гибкой и много тренироваться и учить упражнения дома. А ты что думаешь? А я думаю, что надо не пропускать занятия и приходить каждый день. Научиться в образ входить сразу. Перед каждым танцем, там танцы есть разные, какие-то там трагические, какие-то веселые наоборот. И надо каждый танец образ переделывать. Очередной творческий год для «Родничка» завершился. Итоговый концерт еще раз подтвердил высокий уровень мастерства участников коллектива. Впереди подготовка к новым выступлениям и конкурсам, а еще к тому, чтобы однажды станцевать на сцене Большого театра. Алина Филиппова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».